Дорогие друзья, всем большущий привет. Давненько я не снимал одним дублем ничего. Ну, в общем-то, стараюсь реабилитироваться после своей поездки в город Ростов, где я был 30 дней, соответственно, ровно один месяц. Я вернулся, теперь буду снимать для вас вот эти короткие видеошорты и рассказывать о текущих событиях. В данный момент на улице, собственно, как вы видите, не знаю, видно или нет, но довольно-таки пасмурно. Облака, в общем, температура где-то градусов 13-12. Для прогулок для наших довольно-таки прохладно. От этого есть вот такие, знаете, вот эти осенние, вот эта хандра, вот эти такие настроения не очень. Потому что, как вы знаете, дама эта у нас южная, любит она тепло, любит погулять. Собственно, все мы любим лето, я думаю, большинство моих зрителей уж точно. Ну и, соответственно, непогода для нас это означает, что мы находимся в помещении. Хоть и помещение довольно-таки не маленькое, просторное, светлое. Вот, везде у нас, видите, светодиодный свет стоит. И поверьте мне, ну, здесь достаточно приятно находиться, потому что бывают большие помещения, и они недостаточно освещаются. А это, ребята, ну, такое себе. Тоже, мне кажется, когда такое место, где ты находишься много по времени, там, или работаешь, или живешь, или еще что-то, где мало света, лично меня это тоже как-то, ну, не знаю, озадачивает, что ли, ну, грустненько становится. Вот эти все мелочи, они совсем не мелочи. Вот, что еще вам, друзья, рассказать. То, что, в принципе, я был в отпуске, вы прекрасно знаете. Мы вчера замечательно, ребята, стрим провели. Надеюсь, теперь у нас регулярность появится. Никто нас не будет отвлекать. И мы спокойно будем с вами общаться в прямом эфире. Кстати, сегодня у нас воскресенье. То есть я снимаю на следующий день после нашего эфира это видео. Вот, и сегодня, скорее всего, тоже будет стримщик уже со мной. Спокойно сможем в уютной обстановочке с вами пообщаться, поговорить, что-то там обсудить. Вот, и, собственно, рад буду вас видеть в онлайне, друзья. Скоро у нас будет завтрак, мы уже поубирались. Вон, я как сказал, да, как с языка снял, друзья, как с языка снял. Вот, ну, будем сейчас кушать. У нас долгожданный вот этот завтрак, очень приятно. Смакуем его. Едим по утрам, как всегда, молочные продукты, йогурты, всякие кефиры, всякие творожки и так далее. Ну и, соответственно, всегда запиваем компотом, чаем, киселем или что-то такое. Мои хорошие. Мой королева. Мой девочка моя любимая. Ну, друзья, мы позавтракали, точнее, Бонечка позавтракала, я-то встаю гораздо раньше, в отличие от этой волосатой дамы. Потому что любит она, знаете, когда начинается похолодание, любит она поваляться. Вот, летом она встает раньше, как только похолодание случается, осень и тем более зима, это вообще все, это она впадает у нас в спячку. Конечно, не как медведь, но поспать любит. Вот, собственно, так вот и живем. Сегодня есть кое-какие планы ремонтные. Не знаю, смысл вам их снимать, не знаю, есть или нет. Не особо это, наверное, интересно для канала. Хотя периодически... О, все, в туалет. Все, друзья, конец видео. Вот такое короткое видео у нас сегодня получилось. Вот, буду все равно что-нибудь вам показывать, рассказывать. Бонит пошла в туалет. Не забывайте про наш телеграм-канал Дан Запашный Лайф. И кто желает поддержать нас, подписывайтесь на
нашу страницу в Boosty. Там видео появляется в первую очередь, поэтому у вас будет преимущество. Всем желаем хорошего настроения, позитива и благополучия. Вот, все, молодец.